Здравствуйте, дорогие мои зрители, подписчики, гости канала. Кто не подписан, подписывайтесь, пожалуйста. Спасибо вам большое за ваши подписки, просмотры, лайки, за ваши донаты. Мне очень приятно. Все донаты, которые поступают, идут на развитие канала, то есть на карты, на атрибутику, то, что все, что вы видите в кадре, это только для дела. Спасибо вам большое. Сегодня будет тема расклада. Как он там без меня? Что он без вас думает? Что он к вам чувствует на расстоянии? Да? Этот расклад подойдет для тех, кто не общается какое-то время по какой-то причине. По причине расставания. Либо, например, вы недавно познакомились с молодым человеком. Он вам писал, звонил, приглашал на свидание. Вдруг пропал, не пишет, не звонит. Да? Будем смотреть. Почему он молчит, что произошло. Вообще, собирается ли он объявиться, да, вернуться, как бы вернуть общение, дать вам знак, да, как в песне. Дай мне знак, если тебе без меня никак. Выбирайте один из двух вариантов. Первый вариант и второй вариант. Будем смотреть, как ему без вас. Представьте вашего партнера, вашу последнюю встречу, да. О чем вы говорили, когда смотрели друг другу в глаза или не смотрели друг другу в глаза на последней встрече. Представьте его образ, голос, может быть, телефонный разговор последний. Давайте начнем с первого варианта смотреть. Так, первый вариант. Как всегда, сначала посмотрим его самого. Причем он находится. Что с ним сейчас, что его окружает в целом. Так. Вот он сам выпадает, король пентаклей. Деловой человек, человек материальной сферы, работающий, умеющий зарабатывать деньги. Так, тут же выпадает король жезлов. Значит, он сейчас находится рядом с другим человеком, королем жезлов. Это может быть, ну, кто угодно из его окружения. Это может быть его коллега, друг. Да? То есть, ну, сейчас он в мужской компании, скажем так, находится. Может быть, это не один человек, а мужская компания. То есть, сейчас находится в мужском окружении. Девятка жезлов. Огорождение. Карта девятка жезлов, карта огораживания. Вот и мы видим, что он от вас оградился, да, и ушел куда-то в свой мальчишник. Да? Ну, не обязательно, да, мальчишник, как я называю. Это может быть общение с другом, друзьями, коллегами. Если коллегами, значит, он ушел в работу, полностью погрузился. Ну вот да, ограждение от вашего общения я вижу. Давайте посмотрим, намеренное ли это отделение от вас, как вот здесь вот. Видите, ну здесь, смотрите, не обязательно, что девушка с мужчиной здесь у нас в машине целуется, обнимается в машине, карете. Здесь главное, что вот человечек у нас стоит, да, за забором. Вот тут ребенок в данном случае, но смысл данной позиции карта несет такой, что она не обязательно, что вот, да, он сейчас с кем-то в карете. Мы увидели, что он в мужской компании, не с женщиной, но факт тот, что он не может вот через эту ограду сейчас как-то он, то ли он от вас отгородился, то ли намеренно, то ли обстоятельства так сложились. Давайте сейчас узнаем. Из-за чего же возник у нас этот забор? Сам ли он его выстроил? Либо обстоятельства таким образом сложились, что он сейчас с вами не общается и не выходит на связь? Что послужило тому причиной? Королева кубков. Вы знаете, вы. Это не другая женщина в данном случае, это вы, потому что мы увидели, что в мужской компании он ушел не к другой женщине. Что-то произошло у него с вами. Причина в вас. Так, а что вы сделали не так? Что его не устроило? На что, может быть, он обиделся? Почему он перестал с вами общаться? Шестерка кубков. Так, здесь у нас, значит,
Ползет информация какая-то из прошлого. От вас. Информация из прошлого от вас. Какая? Он что-то узнал. Двойка мечей. Он мог узнать, что вы в нем сомневались, по двойке мечей, не могли принять решение относительно него. Что здесь может быть? Начиная от соперника, да, если вы сомневались, с каким партнером вам остаться, возможно, кто-то у вас был из прошлого, вы сомневались, быть ли вам с новым партнером или быть с ним, да, с тем человеком, которого вы сейчас загадываете. Ну, ищите, копайте в прошлом. Он мог переживать из-за того, что, знаете, или мог узнать о какой-то переписке или общении вас с человеком из прошлого. Здесь невозможность принять решение вами, связанное с прошлым. Вот смотрите, что... Или, знаете, это не обязательно соперник, его соперник, да, из-за которого вы не могли принять выбор. Это может быть любое решение, с которым он не согласился. Ну, как конфликт интересов. Десятка. Десятка жезлов. Трудности. Могли быть трудности из прошлого. Какие трудности? Трудности в развитии ваших отношений. Смотрите. Может быть такое, да? Если не соперники. Ну, как вариант, да? У кого-то может быть... Но здесь меньше процент все-таки у кого проиграется, что вы балансировали и выбирали из двух партнеров, на что он мог обидеться. Такой вариант возможен. Более распространен будет сейчас для тех, кто смотрит. Вариант такой, что вы наконец-то дали ему понять, что ваши отношения надо развивать. Да? В конце концов уже жениться, создавать семью. И тут он у нас скис. Как-то скис и пропал. Не обязательно там, да, вы встречались, вы ему сказали, давай уже все, свадьбу, и он пропал. Это может быть, знаете, как ваши встречи какие-то. Вы уже ему начали давать понять, что нужно переводить их на новый уровень, там, например, знакомиться с родителями, вводить вас в его круг общения, его в ваш круг общения. И вот тут он, знаете, как-то испугался серьезности ваших намерений и пошел в свою мужскую компанию, дальше там беседовать на мужские темы, да, свои разговоры. Вот он как-то вот у нас испугался серьезности ваших намерений. Вот такой вариант возможен еще. И отстранился. Понял, что вы хотите их развивать, а сам был к этому не готов. По каким причинам, да? По каким причинам он был к этому не готов? Дама жезлов. Вот здесь это уже символизирует другую даму. Но не какую-то конкретную даму, а, знаете, у него могла такая промелькнуть мысль. Ну, я же еще молодой. Я могу еще другую женщину встретить. Я думаю, что здесь партнер у вас пропал из-за того, что он отношения серьезные строить не намеревался. Встречался с вами, все его устраивал до тех пор, пока вы ему не дали понять, что у вас не просто какие-то редкие встречи, а что вы хотите серьезных отношений, имеете планы на будущее. А он решил, что нет, пока ему еще рано, пойду дальше проводить время в своей привычной компании. Зачем мне строить брак? Зачем мне строить семью? Мне хорошо и с друзьями, и с другом. И ну, подождут они, вот эти женщины, за забором. Так что здесь, да, здесь у нас такой либо очень молодой мужчина, которому еще рано в брак, ну, либо который, знаете, в любом случае серьезных отношений не хочет, потому что у него мысли такие. Я в своем кругу, со своими друзьями, мне там хорошо, а женщина, ну, была одна, может быть, и другая. И в конце концов их так много, да, а жизнь так коротка,
Здесь, вот, знаете, я не вижу здесь, что он ушел к конкретной женщине и выбрал другую. Я здесь вижу, что он, в принципе, еще не готов к серьезным каким-то отношениям. Поэтому он их просто испугался и, можно сказать, сбежал. Так, ну и как ему там без вас сидится? Не жалеет ли он о том, что с вами расстался-то? Как ему там без вас? Четверка мечей. Ну, знаете, как взял паузу. Четверка мечей. Взял паузу. Двойка кубков. Ну, может на вас так осторожненько поглядывать украдкой. Да? Четверка мечей — это у нас усталость, болезнь, бездействие. А двойка кубков все-таки это романтический союз. Поэтому я думаю так. Знаете, вот с этим мужчиной, я думаю, просто встречаться, да, когда-то там по выходным, раз в неделю, не знаю, там два раза в неделю. Вот это ему подходит. Серьезные отношения этому мужчине не подходят, но вы ему нравитесь. Вы ему нравитесь. Может быть, даже у него влюбленность есть, но он пока, знаете, как может быть ошарашен тем, что вот он только еще вклинивался в эти отношения, да, входил, как бы привыкал к вам, а тут раз сразу и там пошли жениться. Ну, я шучу, конечно, так условно говорю, но я думаю, что вы меня понимаете. Он был не готов к серьезным отношениям. Так, хорошо, мы видим, что, ну, как-то он, знаете, все-таки, похоже, взял паузу. Может поглядывать на вас в соцсетях, любоваться вашими фотографиями, но не проявляться, потому что в масочке. Вот у нас молодой человек глядит на девушку в масочке. Ну и в это я смотрю тоже в масочке. Особо сами-то к нему тоже не проявляетесь. Тоже можете на него поглядывать, да? Он зашел на вашу страничку, вы зашли на его страничку, полюбовались друг другом, помолчали, и никто никому ничего не сказал, не написал, не позвонил. Так, и что он дальше? Так и будет у нас в этой масочке сидеть и глядеть на вас, любоваться. Шестерка пентаклей. Ну, как-то, знаете, завяжется у вас все-таки с малого, да? С малого может обратно завязаться общение, потому что все-таки вы ему нравитесь. Ну, может быть, такое, да, до смешного может доходить. Он вам поставил лайк на вашем фото, в итоге сидел-сидел в засаде, потом решил все-таки поставить лайк, да, проверить вашу реакцию. Ну, я не знаю, тут в зависимости, как вы себя поведете. Могу только сказать, не делайте больше шагов навстречу к нему, чем он к вам. Ну, если не вмоготу, максимум, что можете сделать, поставить ответный лайк. Написал он вам привет без восклицательного знака, напишите ему привет также без восклицательного знака, и ни в коем случае не спрашивайте у него тут же, как у него дела и как он там поживает. Если вы ему нужны, пусть первые шаги делает он к вам. Да? Здесь у нас такой... Ну, вы знаете, вы ему нравитесь. Я не могу сказать, что он к вам вообще ничего не чувствует. Вы ему нравитесь. Романтические какие-то у него такие к вам есть. Да? Волны, я бы сказала. Волны. Не могу сказать чувства. Да? Судя по тому, как мужчина у нас здесь себя ведет, чувствами это не назовешь, но определенные. И знаете, я и не могу сказать, что только вот ему нужен только секс. Как-то ему нравилось все, но он бы хотел так и оставаться в этом конфетно-букетном периоде, да, что-то встречи там какие-то. Романтика-то есть у него что-то такое, но серьезно он бежал, испугался. Поэтому здесь у нас так, все-таки, я думаю, его обратное возвращение к вам возможно. Давайте посмотрим, что в итоге. Да, он... к вам объявится по рыцарю жезлов, все-таки не высидит, не вытерпит. А почему семерка мечей? Он будет чувствовать себя, что он вас обманул. Ему будет от этого некомфортно. Так что, знаете, не такой уж он непорядочный человек, просто как-то вот неожиданно для него стало развитие, может быть, быстрое, бурное развитие отношений, может быть, не развитие, на которое вы пытались повлиять. Так что в целом я смотрю, что есть зачатки романтических к вам чувств. Все-таки у него присутствует совесть, да, того, что он так поступил, что перестал с вами общаться, нравитесь вы ему, и он к вам проявится. Поэтому ждите его
проявление. Вот посидит со своими друзьями, да, перемелет кости всем и вся, и заскучает, поэтому он к вам вернется, да, даст о себе знать, даст вам знак и проявится. Первый вариант. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравился расклад. Подписывайтесь, кто не подписан. А мы переходим ко второму варианту. Так, второй вариант. Загадывайте вашего мужчину. Смотрим, при чем он сейчас находится, в каком настроении, в каких энергиях, что его окружает в целом. Так, у него тишь да гладь, карта мир, находится в гармонии. В гармонии. Только вот в какой гармонии, да? Если переживает он из-за вас, из-за принцессы кубков, из-за его любимой женщины. Сейчас будем смотреть. Арканы такие очень противоречивые. Я вижу так вот здесь ситуацию. В принципе, у вас отношения были гармоничные достаточно. Но мог случиться разрыв, даже скандал. И он сейчас очень сильно переживает об утрате общения с вами. Принцесса кубков. Он в вас влюблен. Отношения с вами он ценил, а может быть, не ценил и оценил сейчас, когда оно прекратилось. Такой вариант тоже возможен. Потому что сейчас убивается о том, что прекратилось общение с вами, принцесса кубков. Девушка такая, вы можете быть нежная, ранимая. Так, хорошо, давайте смотреть. Ну, уже сразу вы выпадаете. Это означает, что он о вас думает. Да, если в первом варианте, в конкретный данный момент, там мужчина загаданный проводил время со своими друзьями и вроде как и особо не думал. А здесь партнер о вас думает прямо сейчас. Даже если вы с ним не общаетесь, находитесь в разлуке. Так, что еще он думает о вас? Он вас очень ценит и считает, что мог повести с вами легкомысленно, несправедливо. А что он такое сделал? О чем убивается? Принял внезапное решение о разрыве. Вот может такое быть, да? Наверное, у кого-то может быть. Я вижу, что мужчина здесь с вами разорвал отношения внезапно, как гром среди ясного неба. По крайней мере, это было для вас. Вы не ожидали этого. Но я вижу при этом, при всем, что он вас ценит. А сейчас он жалеет об этом своем решении. Вот сидит там и убивается, да, нож в спину. Здесь могла быть задета в чем-то его гордость. Но, тем не менее, вот он, знаете, как считает, что он поступил по-дурацки. По карте дурака и несправедливо к вам. Давайте смотреть, что такая могла быть за ситуация вообще. Здесь у нас сразу нас карты ведут в сторону причин вашего разрыва, да. Хотя тема нашего расклада является... Как он там без меня, да, как он без вас себя чувствует, что он думает в разлуке с вами. Но здесь у нас карты ведут сейчас к причине вашего разрыва. Причина в нем, и, следовательно, эта причина влияет на весь расклад. Да? Что произошло, почему он резко разорвал с вами отношения? Император. Из-за своей гордости, гордыни. В чем она? Так. Знаете, по тузу жезлов он мог посчитать
так, что не обязательно это так и было. Он мог посчитать, что вы уязвили его мужское достоинство. Во-первых, карта император нам говорит о, знаете, твердости, мужественности, гордыне, иногда грубости. А туз жезлов – это мужская энергия, там сексуальная энергия, в данном случае мужская энергия. То есть два аркана этих показывают, что здесь была задета его гордость. Что у вас там приключилось, что-то случилось, что он так вспылил и решил отношения разорвать, причем внезапно. А теперь он убивается из-за этого. На основании вышеизложенного я могу сказать, что в ваших отношениях пауза. Он еще пока не думает о том, что он хочет к вам вернуться. Но судя по тому, как он убивается, и опять же ценит вас как женщину, как свою партнершу, это не у нас не конец. Это временное затишье. Но я здесь вижу, что причина в нем. Так, мы поняли теперь, раз причина в нем, что теперь делать вам? Давайте для начала спросим, что... Да, тут мы копали причины, у нас расклад повел нас к поиску причин. Давайте спросим, что он думает о вас сейчас, какая вы для него сейчас? Семерка мечей. А он думает, что вы его обманули? Было такое или нет? Обманули его какие-то романтические чувства, надежды. Вы знаете, даже если это было не так, возможно, даже это и не было на самом деле никакого обмана, он как-то вот посчитал какую-то ситуацию, какую-то вашу, может быть, фразу, ваше действие, посчитал для себя даже как оскорбление. И как император решил, ну, как бы показать, да, кто в доме хозяин, и все. Развод, расставание, мог даже уйти, не попрощавшись, потому что резкий разрыв, восьмерка жезлов – это что-то срочное, мгновенное, и башня. Какой-то резкий разрыв. Мог, знаете, как хлопнуть дверью, уйти, ничего не объяснив, ничего не сказав. А вы можете даже не понимать, в чем причина, но мог обидеться на какие-то ваши слова, действия. Мог посчитать, что вы его обманули, а теперь сидит и переживает там. Вот что он сейчас о вас думает. Думает, как она могла мне такое сказать? Или почему она мне, наоборот, этого не сказала, да? Эмоциональное что-то. Что-то туз кубков – это что-то эмоциональное какое-то действие. Вот он... Не понравились какие-то слова. Недоговоренность или что-то вы ему не то сказали. Вы можете даже об этом не догадываться. Может быть, вы и знаете, что это такое было. Так, есть ли чувства у него сейчас к вам? Очень сильно убивается. Вижу боль, да, девятка мечей, потерю, пятерка пентаклей. И король пентаклей, король кубков, здесь это как влюбленный человек, да, все-таки любовь его к вам показали. Ну вот, смотрите, чувство его. Прежде всего, сейчас все чувства глушат боль и потеря, да, мы это уже видели. Мы это уже видели. И десятка мечей, разрыв, и башня. И при этом видели вашу ценность для данного мужчины. Поэтому все-таки, если да, разбирать по рангу его чувства, сейчас его давит боль прежде всего. Ну, на втором месте чувство утраты, потери. И все-таки король кубков говорит о том, что этот мужчина вас любит. Ну, давайте посмотрим, стоит ли вам делать какие-то шаги, да, чтобы... возобновить общение. Стоит ли вам первой к нему проявляться? Что за этим последует? Храните молчание. Храните тайну свою. Пусть он борется со своей гордыней. Пусть он понимает, что ему не нужно быть капризным, да, с вами. Потому что вы у нас девушка. Вы у нас эмоциональная принцесса кубков. Вы сама нежная, чувствительная, и если он еще будет тут свои показывать такие капризы, да, ну, точно это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому сидите и даже не вздумайте ему не звонить, не писать. Пусть он в этой каше проварится самой, да, пусть хотя бы поймет, что резко хлопать дверью в данной ситуации, в вашей ситуации, было нельзя. По крайней мере, надо было выяснить,
в чем причина, обсудить конструктивно, да, что это было за... Что это было за недопонимание, почему, что ему не понравилось в ваших отношениях. По крайней мере, он должен был вам объяснить, что было не так в ваших словах или действиях, а не вот так вот эмоционально все бросать. Давайте посмотрим, будет он предпринимать сам шаги, чтобы восстановить ваше общение. Пятерка мечей. Ну, еще пока поборется, пообижается, да. Он хочет, чтобы вы... По пятерке мечей сами боялись его потерять. И здесь, может быть, знаете, игра в молчанку. Кто кого перемолчит. Вот сейчас не вы в нее играете, а он в нее играет. Да? Так, что еще? Принцесса Пентаклей. Он, да, будет ждать от вас шагов, но особо не надеется. Потому что, ну, все-таки эмоции его эмоциями, да, все-таки вот эмоциональный такой человек. Может быть, вспыльчивый, может быть, такой, как, знаете, как холерик, такой вспыльчивый человек, он может хотеть того, что вы сами проявитесь, но знает, что активно вы не будете подсознательно, да, сердцем хочет, чтобы вы этот шаг первый сделали, как обиженный мальчик, да, как обиженный ребенок, но сам-то головой разум не понимает, что вы этого не сделаете. Двойка кубков явится сам. Явится он к вам сам в итоге. Но смотрите, период этот может затянуться. Период вот этих его обидок, да, пока он там переживет, перестрадает все свои эмоции. И когда вот они у него угаснут, он к вам явится сам. Потому что вот она, двойка кубков, он вас любит. Вы для него любимая девушка, женщина. Спасибо вам за просмотр. Желаю всем зрителям, подписчикам счастья в ваших взаимоотношениях, чтобы у вас не было конфликтов, ссор, недопониманий, чтобы царила в ваших отношениях гармония. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписан. Всем до скорых встреч.